Здорово, народ, канал Северфокс. Сегодня выдвигаемся в Старосырово. Такая разминочка, полгода не был, не выезжал никуда ни осенью, ни начало зимы. Вот сегодня решил наконец-то выбраться, появилось время. Был очень занят, там очень-очень занят. Взял с собой сегодня безмотылку, взял балду и сухарей чуть-чуть покормлю. Посмотрим, что из этого всего получится. Надеюсь, вы все это увидите. Все, погнали. Закормил лунки. Поставил две поплавочки, одну мормышку. Пока тишина. Решил побегать с безмотылкой. Гвозди кубик зарядил. Ну, где-то, наверное, лунки на четвертой, на пятой. Поймал. Вот такого вот парня. Крупного. Отпустим мы его к себе, освоясь, то есть он нам не нужен. В принципе, не из-за рыбы пришли сюда. Отправили в освоясь ее, поймали одного кунька. Сейчас дальше будем сверлиться, дальше пробовать. Сейчас попробую побегать с безмотылкой. Если ничего так же и не изменится, тогда достану балду. Попробую побегать с балдой вдоль берега. Смотрю, постепенно сходится народ. Ну, местные, как я понимаю. Ну, пока ничего интересного не было. Посмотрим, что дальше будет. Еще одну лунку, и на следующую лунку, опять же, на гвозди кубик. Такая вот плотвичка. Сейчас мы ее тоже отпустим. Чуть ветерок поднимается, начинает поддувать. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, рыба активна, довольно-таки поклевок хватает. Поклевки есть. Ну и будем пробовать ловить, смотреть, что еще, может, что-нибудь поинтереснее поймаем. Посмотрим. Продолжает поклевывать окунек мелкий с плотвичкой на безмотылку. Вот такого калибра мелкого. Продолжаем мы его усиленно топить. Вот ушел в лунку. На безмотылку поклевывает. Сейчас попробую на балду, наверное, достану. Безмотылка, да, каждая вторая лунка. Один-два окунька. Вот. Продолжаю их обратно отпускать. Сейчас попробую на балду, на стоячку, на кормежку не было ни одной поклевки. Кормил, сидел, пробовал, пока ничего. Народ подходит. Не знаю, как он клюет, не клюет. У них не подходил, еще не общался, не узнавал. Вот. Ну, рыба есть, рыба клюет, как ни странно, февраль. Солнышко выглянуло, греет. Вот, вроде бы как такой легкий морозец. Лунки чуть-чуть подбирает, но нормально. Рыбалка удалась, уже рыбу видел, поклевки видел, поклевок море. Как ни странно, все здорово, все супер. Вот, ну, продолжаем ловить, посмотрим, что сейчас буду пробовать ловить на балду. Решил пока кофейку попить. Вот, выглянуло солнышко. Рассверлил, наверное, лунок 20 сделал. Сейчас попробую побегать, постукать, посмотреть, может, какой-нибудь результат интереснее будет. Попадается плотвичка окунь, собирает ее безмотылка, гвозди кубик. На золотой гвозди кубик. Ну и посмотрим, может, что-нибудь интересное будет. Балдой ничего так не получилось. Пробежал, наверное, лунок 20, ни одного тычка. В итоге перешел обратно на безмотылку, попил кофе, отдохнул. Ну, сейчас заново встал на безмотылку, решил побегать вдоль берега, посмотреть, может, кого-нибудь поинтереснее найду. Попадается также мелкий окунь, плотвичка, все упускается, все не берется. Оно и мелкое очень, оно бессмысленно брать это все, только губить.
очень-очень много мелкого окуня. Стоит он весь под берегом. Глубина буквально сантиметров 70, не больше. Погода такая мягкая довольно-таки, 0, плюс-минус, 1-2 градуса. Руки чуть-чуть подхватывают, но это, я думаю, из-за ветра. Ловлю также на безмотылку. В принципе, вы все сами видите, то, что окуня много, и окунь мелкий. С утра попадалась плотвичка. Пришел в 9 часов, с 9 начал ловить на безмотылку. Две, по-моему, плотвички поймал. Но в концовке я их так и утопил, то есть я их брать не стал. Ну и, соответственно, как всего окуня. Окунь весь уходит. Как пришел из лунки, так и уходит в лунку, то есть он не нужен. Подошел к местным, поговорил. Вдвоем два мужика стоят на одном пятачке. Ну, один ловит на чертика на безмотылку. В итоге я в оконцовке поймал двух плотвичек, как он сказал, больше у него ничего не было. Я прошел, наверное, ну, метров, наверное, 200. Посверлился немного. Бур у меня новый подарили. Вот он, кстати, Барнаул. 130-ка. Сверлит очень-очень здорово, ничего не делал. Единственный минус, то, что мне не понравился у этого бура, то, что он, может, новый, на месте стыка постоянно раскручивается. В этом месте постоянно идет раскрутка, то есть, когда сверлишь, раскручивается. Здесь, наверное, контргайку какую-нибудь надо придумать. Но это мелочь. Бур классный, подарил отец мне его. Тоже знаю то, что он давно уже на зимние рыбалки не ходит. Я еще продолжаю ходить на зимку. Вот. Ну, день хороший, отличный сегодня выходной. Солнышко, птички. Если бы не ветер. Ну, от ветра прячусь. Ухожу от ветра. Рыба активна довольно-таки, поклевывает. Ну, крупного ничего нету интересного. Поклевок масса, море. Сейчас пойду еще кофейку побью. Чуть-чуть половлю, наверное. Время 12 час. Почти 3 часа ловлю. Но рыба есть. Рыба клюет, рыба радует. Как-то так. Итак, друзья, все это на сегодня последний рыб, который был пойман. И последний крайний. Вот, собираюсь домой, отловился, ловил 3 часа. За 3 часа где-то порядка, ну, что-то, наверное, под 40. В основном окунь поймал. Вот. Ловил на безмотылку гвозди кубик. Кубик у нас там золотого цвета был. Начал подтягиваться народ. Рыболовный день провел отлично. Все, всем спасибо. Спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. Пока-пока.